Циклон без принципов и совести накрыл краевую столицу этой ночью. Что именно не понравилось штормовому ветру, неизвестно. Но под удар попали новогодние арт-объекты, установленные в центре Петропавловска. Сломанные конструкции и перевернутые фигуры. По всей видимости, слава серого волка из всем известной сказки не давала покоя циклону. Поэтому он постарался и сдул крышу одного из деревянных домиков. 30 метров в секунду. Такой натиск выдержать было непросто. Но главная елка Камчатки смогла. А все благодаря специальному ветроустойчивому каркасу. Сейчас в городской администрации подсчитывают убытки от хулиганств циклона и обещают к Новому году все восстановить. Специалисты уже приступили к реконструкции арт-объектов.